Да. Войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории вообще пускат победа. Сражавшимися за свободу не путь своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых саблях. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче. Пускайте вам сундуки. Карлет, притащи этого, тяни. Я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Форды. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно, и я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Мана, ожидаем. Часовой нет. Я же уже раздал баф. Потому что лок шкаф ставить не умеет. Лок ставил шкаф, насколько я видел. Мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. А столик можно поставить? Это можно. Спасибо. Суманите. Дай шкаф, пожалуйста. Все, сейчас поставил картошечки, почистил, нарезал. Вместе с корочкой сейчас. Как вкусно было. Давай, поставь шкаф. Духовочку поставил. Че, сколько времени засекаешь? Ну, минут 50. Хватает, нормально. 45-50 минут. А температура? Ну, конечно, я поставил не разогретую микроволновку, ой, в печь. Я не знаю, может даже побольше было. У меня уже достаточно таких примеров. О, Славик, ты же холиком, поди, Славик, ты похилишь. Пока. Да не надо хилить, Славик. Славик хочет рэпликом ДПС выдавать, да? Я просто холиком не умею ничего, я не знаю. Так ты же в раске хилил нормально. Так это 10 опыта. Целкай. Два раза постоянно. Ну хуйня, давай похилишь, поможешь этому Бьерну. Ладно, он и сам тут похилил, по крайней мере, первый квартал. Не парь, столько в ужас, не стойте, он не домашний. Кто я вас знаю?
верно, леди, по два духа сразу не хлопайте, все будет хорошо. Если один дух хлопнете, хрен еще с ним. Если два, то будет пипец. А, тут еще вещь души надо дособирать, 660 минут. Ну да, уже ускорение, протокол стоит ждет. Только не согрите все вместе, и скелетов этих дураков. Марк Кио, зачем тебе два пары? Жека, бей желтый джагер, ты протопал. Я вот так. Там в коконе, ребят. Сам не знаю, зачем ты хилишь, копар. Ты ж хочешь дамажить, дамажить. Ну так, блядь, ты трэш, что по хилю пока. Ну как хочешь, мне все. Вообще я за то, чтобы два спокойно шли, просто, ну, вдруг если не, из недохилов будем постоянно. Ты спекнись пока, поможешь. Я больше до поезда. А чё вы будете падать от недохилов? Да видишь, мне душно. Да, давай, Войд, давай синий уже. А синий будет? На трэше наступаешь? Нет. Не синий, видишь, сидит два в отсутствии света. Или эти все мои, что ли? Не знаю, две синие нужны. Там две не может быть никак висеть. Ты почитай внимательно, наведи на иконку. Там проведника и света, все нормально. А чё обе желтые? Я поэтому и так подумал. Яр, вот ты наведи, почитай. Там и одна все... правосудие, а другая вообще другая хуйня какая-то. Да я понял, я уже почитал, но я тебе говорю, обе желтые, желтого цвета, и поэтому так подумал. Там одна желтая, одна синяя, одна красная. У меня показывает, где желтый. Как ты не выставил, значит, нужно. Правосудие праведника и правосудие света. Правосудие праведника снижает, это у протопала талант, который снижает урон. Почитай внимательно. Молот праведника вообще-то нету, правосудия праведника. Блядь. Это не заклинание, это просто как, блядь, как талант. Ну если два желтых у тебя на панели, Жека, значит ты просто два одинаковых скилла вытащил. А третья аура стоит у кого-нибудь? Короче, я спекусь, но она стоит у Войда. Бьерн, похилишь, да, один? Да, похилишь, я же сказал. Не парьтесь насчет этого. Просто из луж выходите, не стойте, не долбите в них по три часа и все. Да тут все бесовые люди, все в Аспидер ходили, все выйдут. Если не выйдут, это будет позор. Ну, даже если не выйдут, я максимум одного уроню. И то так, для показательного примера. Ну что, все, погнали, да? Погоди, дай манута, топи. Копар там шаришь, когда геру давать. Естественно. В конце босса, да? Под конец там 100 тысяч останется, да. Вот. Быстрее будем бегать. Все, давай, эх. Блять, накроет этот мир волной смерти и разрушения. Костяная хватка. На конте. Thank you.
скилл на шипе, слейте быстрее. Уго бьете, а скилл сейчас умрет. Савы, чуть не уронили. Беги, малышка, беги! Хил на шипе, быстрее снимаем. Быстрее, 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 быстрее. Красавчики, молодцы, быстро хила снимайте. Второй шип, красавы вообще. Кто-то гим на хп, Даксон реса его. Да. Че, не слышно было ничего? Кто-то гим на ману. Встану. Что-то паузу забирай. Короче, пизду нахуй, спекаюсь, все, бля, ебал рот. Да, идите в два хила. Вы б лучше ебаный шип били, а то это бесит, блин. Какого хрена я по 10 секунд на шипе висел? Падайте, потом, ну, потом позлимся друг на друга. Просто здесь Бьорн. Играют РДД. Топчики же хули. Здесь играют РДД, которые, чтобы переключиться в шип, им нужно либо нажать мышкой, либо нажать таб. Но они этого не могут сделать, потому что им нужно докастовать каст в босса. Единственный, кто переключится, может быстрее, это Ретрик. Он даже в шип побежал в ханта бить. Я смотрю, с тактикой у вас туго. Так что сейчас два хила будут хилить вас в лужах и хилить вас на шипах. На ДПС у нас хватит. Я в холипале здесь точно ничего не сделаю, потому что я, ну, не умею. Не буду браться пока за холипала. Тем более он у меня там без камней, без всего. Жаль, я скинул отчет. Хотел бы глянуть. У тебя, Славик, какие штаны стоят сейчас? Крафтовые или нет? На ком? На Ретрике? На холике. На холике там какие-то сейчас. Не серебра? Кожаные там с духом вообще, с хвостой. А, ну сейчас тебе если... Повезет, если упадет. Да, да, я знаю, что тут писано. Топовые. Ну, конечно, крафтовая кольчуга получше будет. Немножко. Так они же одинакового уровня. Так, уровни-то, да. Ну, по статам там вроде хосты чуть побольше. В кольчуге. Это на холи пала? Угу. Да-да, там получше. Видишь, тут в чем проблема. Вот если на тебя кидается какой-то луж или какой-то губительный газ, нужен второй хил обязательно. 10 герри в одного хила, это прям... Ну, ладно, если бы я был там 6-9 рёд тут, и протопал бы давал саку, там каплю на БДК, там, не знаю, и ШП было бы 2 по 20к дамажа, который рейд тоже хилит, тогда можно... Не, шаманом спокойно хилю хожу. Просто дело не в том, дело, когда на шипе хил стоит 3 часа, и у него остается 2 косаря хп, когда его снимают, это, конечно, круто. Короче, у них отличие по минус 1 хосте плюс 1 криту. И аналогично, и наоборот, пиздец. Ты имел в виду за эти крафтовые, эти типа получше? Они одинаковые. Точно, точно, но там надо денег, а здесь они падают, можно выбить. Я пока им хилить не буду, так что... ПГшки только можно. Даксон готов? Ну начинайте, ДК. А вы видели, как лужа вообще нормально разлилась при вихре?
Малышка, беги! Чего на шипе? Стрели быстрее. О, танк на шипе. Где этот лорд? Карлет, а ну подойди в меня. Хил на шипе. А, все, убили. Не повезло, выйдет. Я стоял в луже мук, я не знаю. Вставай уже, бля. Умер ты от АУЕ, а изначально ты в луже стоял, у тебя осталось понты ХП, пока я кастовал тебя АУЕ добил. О, давайте быстрее, пока есть 2 минуты. Может быть, даже успеем и босса пульнуть под этой герой. Не успеем. Маны не было. Карлет, давай следующего, второго этого жука вместе. Да убейте сначала этого. Отпиваем ману.
А в РК молчат? Да. Рассказывай что-нибудь. Анекдот, к примеру. Че, давай, я готов. Тут, короче, с одной стороны трэш выходит, да? Да. А с какой? Ну, с левой, как всегда. Приятного аппетита. Спасибо. Понимаете, что если вы так дальше будете продолжать, мы Ильича не убили. Слишком ты паникуешь. Что паниковать, что ты долго бьете, трэш очень долго бьет. ДПС. Сейчас с другой стороны. Трэш, все в трэш. Это 10 гер, это тебе необычно. Дискольте с меня проклятие, иначе я кастовать не смогу. Ламруа, кидай на пул сейчас на протопала. Мурашо. Вы осознали бессмысленность своих действий? Ты не в силах противиться моей воле! Протопал, ты моба заберешь или как? Что ты за... Чем ты занимаешься? Объясни. Босса держу. Хорошо, ДК в таком случае. Почему? Два танка, блин, один даун, нельзя дать. А что, убили? За... Ну, посмотри, за локом бегал, моб чуть не убил. Череп. Два черепа, чувак, два. Две самых редких вещи. С 10 гер, две самых редких вещи. Череп лучше будет, чем зеркальце, да? Конечно, бля, еще спрашивал, что ли. Ну ты спрашиваешь. Это значит, мне повезло, да? Тебе пипец, как повезло, он редко с геры падает. Он вообще не падает, бля. Падает. И этот редко падает оффхенд тоже. Шика, сдашь? Кому там повезло? Че, дашь череп? Все, да. Я мага обмен, да? За оффхендом этим бот. Просто повезло, что у меня этот паладин, он только холик, а не ред. Ну да. Бьёрн, похилишь один корабль, я там схожу, проверю курючку. Я думал, что пушку сесть.
рано. Другие сяду. Так иди проверяй сейчас, а еще рано. Кораблей ты успеешь. Да, хотел отойти там еще по делам просто. Это так, твоя отмаза. Дурочку проверяй, пока трэш бил. Я знаю, что рано. Ладно, так уж и быть. Потом, когда отходили, там потом трэш был туда-сюда, на чумке. Усмиритель небес. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Больше. Мне еще понравился один нюанс такой, знаете какой? Что у нас никто контролить не хотел, кроме Креста. Надо было советовать. Этот Крест пил. Сова умерла, там не в том вопрос. Лок был, маг был, никто не хотел контролить. Ждали, пока Крест пил даст. Я вообще-то тоже умерла. Это уже потом было. А до этого только Крест. После Совы сразу. Там танки просто в небо смотрят. Там больше скажу, всегда на леди РДД, которые могут порвать, отходите подальше от босса и у вас, по крайней мере, меньше шансов, что убьют. Я вообще-то смотрел не в небо, а на босса. У него такие красивые глаза. Я в пушку сяду, а Тенкси похилит. А он тут? Он не отходил? Он же на крыше сейчас как бы. Он отошел. Так что лучше давай. Кто там? Я давай сяду. Запустите босс. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... Сегодня упаду в штаны с тухлопуза. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Ответите перед Саурфангом! Еще не готов. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Пехота! Сержанты! Ой! Уничтожите! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Сейчас ты умрешь. Сейчас, надеюсь, труба упадет. Я везучий, ты же знаешь. У меня даже ров везучий. Будем надеяться. Помнишь, как все кричали в 25 на тухлопуз сделал? Давай, Рокстер, давай. Ты сроль.
И я кидаю 86, думаю, ну хер вам. И тут ты такой 93 кинул. Не, тапочки нужны были мне, пипец как. Да тебе все надо было. Ну. Мне, короче, локо осталось. Локо осталось, что мне осталось? Шип, талик, катушка и кольцо с Вальки. Ой, с принцов. Мне тоже надо спрыснул кольцо. Ой, сука. Бля, смотрите, какие хорошие щитки. Хочешь спекайся, можешь подамажить тут на сурке. Давай, давай. Сейчас выдашь ДПС Эльбу. У меня, короче, кожа, крит хаст, срезки, обычки, наручи. Они лучше, да, чем эти. А тут что? Тебе короче, надо с этого. Тебе с Вальки надо наручи, они нормальные. Не, он про хила говорил. А? Эти говно возьмешь кольчужные, которые у меня никому не надо. Ты какие кольчужные имеешь в виду? Сребра типа? А эти? Эти тоже хорошие наручи, если кулипал не одеты. Так что не надо. Карли, давай сюда со мной. Здесь будем танчить. Короче, ты берешь моба, который слева, я справа. Можно ударить тарелкой и будет сразу два напали. Не всегда они туда идут. Не всегда тарелка ж три цели бьет. Я говорю, не всегда раскидывается нормально. Так тут всего два моба. Короче, посмотрим. Ты просто в крайнего моба, как появился, тарелку давай, оно и в Саурфанга, и в следующего моба тоже даст. А если ты в Саурфанга дашь, оно только в одного моба попадет. Хотите узнать, сколь могущественна15к дал, нормально. Леном? Угу. А ну-ка, Ленка, не тебе ДПС. Девять к.
чудовищное оружие. Мне лич достал в уши базар. Вы видите, какой у меня танк? Что... Славик, слышишь? Считаю, что для моего шмута я нормально дал. Ну ты-то да. Чё, или мы начали дамажить? Не, просто это я за рулем хули. Порт открыт. Бах, ты можешь похилить? Сейчас, погоди, я спекаюсь. Ты чё, курить пошёл, что? Не, хочу кофе поставить. Погоди пока, не агрите Вальку, у меня ванны нету. Я пока ещё тут. Зашибись, у меня грудачок на кресте. Трид бисовый, можно сказать. Мне бы еще чашечку бы с РС-очки, и вообще бы четко было. На Элемах. Блин, я магом так и не потестил в десятке ДПС на сурке. Так и не попал в рейд десятку. Я без Геры в РС 25 замер у нас был на генерале. Что-то 11500 дал. Без Геры бы... Всё, давай, агрит там Скарлетт. Что-что? Да, я Скарлетт говорю. Жекос, если ты курнёшь, мы умрём, ты понимаешь? Протопал. Давайте потом покурите. После профа. После рейда давайте. Давай, диспойлер, ты хилишь. Зашибись, протопалом на трэш это уходить. Уже выйдите. Воу. Там две лужи, в них нельзя стоять. Ресните. Пара, как тебя убило? Как бомжа. Просто тебя нету. Погоди, сейчас мне надо тебе хиль пока нахуй. Что-то ты, я смотрю, отвлекся на курочку. Угу. Thank you.
скажешь, когда я тебе обновлю каску. Я вам напомню, если вы не убьете Лича, если мы не убьем Лича, вы ЕП не получите. Так что давайте старайтесь все. Алгалона, кстати, не будем убивать? А, это не к вам вопрос. Да, это коллегу, к Пепперу. Будем, когда люди посмотрят видео, гайд, когда прочитают тактику. Просто сколько раз... А что там читать? Ну, нужно прочитать все способности босса. Я шаманом алгалон убит, ачива есть, а тогда... друидом, блин, нету, потому что каждый раз все ращат. Когда туда люди приходят... Чё за ачим такая? Звездный странник. А? Звездный странник. Я себе тут сразу один удар, короче, вот 10 стаков этой смертельной раны. Как это так? Баженые собачки, что бывает. Дай каску. Смартью, дай каску шамана. Че? А вы хотите прям слезы, что ли, сделать? Никакие слезы. Мы хотим хотя бы просто убить для начала, да? До слез там еще, ой, как далеко. Легкая чип. Легкая, когда всего 5 человек делают, что надо. Давайте активируйте. Один из другой есть. Второй. Вас получите. Мне уйти от нас. Что-то мы мало на вонючке накидали. А, ну там все вместе, короче. Кому рэпаф надо, плюс аните? Ваш никому. Что там, какая уже скоро готова будет, да? Этот клинок. Да, еще минут 10. Учитывая, что два хила, можете не перебегать. Забудьте. А можно про еду не говорить, пожалуйста? Вообще не говорите. Да, вообще. Ням-ням-ням, так на весь дом пахнет курочкой. А что у нас, кто-то после 6 не ест, что ли? Ну, ребята, уже час ночи, правда. Вы в час ночи, чтобы идти в холодильник? Конечно. Я и в час ночи хожу. Мой дай крест. Я просто да, жирная, и поэтому 100 килограмм вешу. Да о, прям уж. Это только во сне, наверное. Угу. Ничего, чек на пол. Давай, паранжу, Карлик, там, погнали. Ты сказал-то паранжу? Давай, я. Да, во сне 100, а так 120.
Сколько там, трое надо, да? Или четверо, я забыл. Четверо с протопала. Хан, один кто-то шипы, можете. Сова протопал. Хан шипы. Маг, ты просто можешь. Лок, маг подбился. Кто-то умрет, уйдете в рейндж, все. Там маг что-то вышел. Маг, ты можешь под босса вместе. Что сами не шарите? Давайте начинайте уже танки. Давай, поехали, Эндриага. Фиги еще его, он криво стоит. Да, во, все, стой, молодец. Бессмысленно перебегать, потому что у нас тут 4 или 5 человек в рейндж, под босса. И 2 хила. Понятно. Скарф, долго, блин, долго очень нажимаешь таун. Поставь на единичку его. Сова, мага поднимай. Не так хорошо. Угу. Да и трезвый. Опа! Ай-яй-яй. Дал почти. О, теперь дал. Выйдите на рейндж кто-то, одно тело. Природная стремительность тащит, пиздец. Ну а я без нее в соло хилю. Нахера она надо. У меня еще и шаман слабее твоего по шмоту. Хитрюга не гоняется. Чего хитрюга, блин? Хитрота, сорян. Кстати, я тоже. Хорошо, что хоть не хитрота, а не то умудрялись хитротой называть. Ева, у тебя редкое имя. Как так получилось? Обычное. Ну, тебе обычное. Обычное еврейское. Ева Грин — это еврей. Войд, бери пояс. Войд, бери пояс. О, в натуре, у меня же какой-то стрёмный, да? Нет, да, нет, это не еврейское имя. Так вроде как Адам и Ева, типа. Все дела. Да я поэт. Потрясающе. Так. Шо? Хватит мне в поэм писать эту песню, честно, пожалуйста. Обновите, пожалуйста. Поэм. Какую? Ева, я люблю тебя. Ой, все, сейчас в Иркадом. Этот самый. Обновите, помогу, пожалуйста, бафы. А сейчас я кофе с плиты сниму, одну минуту. Будет, это где у тебя камни, шмотя? Нету. Здесь старак, блять. Я того в это вставил, ретрика. И протопало. Ну можно же нормальный-то шмот, к примеру, в плащик, можно же камень тут вставить. Можно, в но руки не дошли. Может, на выходных повставляю, не знаю. Ну ты там, блять, ну вот, в ноги пока тоже можно. Пояс один под пояс. Ноги я Т10 возьму, уже освещенный один токен есть. Ты сейчас бери лучше грудак сначала. Не, мне мастерство. Ноги могут упасть со склепа. Да. Ты надейся на это всегда изначально. Я не хожу в склеп, я по-другому одеваюсь. Походи в склеп. Да не. Копар, я по-другому одеваюсь, у меня другая тактика. Дай метки на хилов сейчас. Чтоб метки выносили. А тут же две споры, по-моему, одна метка нужна. Ага. Ну, в квадрат так будете спиляться. Да, спиляться. Че, давай? Чек на попу. Подожди, рок с телефоном. Не с пульти только. Я здесь, сейчас я бегу, я еще не зашел. Если не зайду за ворота, ну, придется пожелать удачи Капарсивину.
Я захилю, я хилил недавно соло 10 гер. Я хилю 10 гер. Вообще обожаю 10 гер, моя любимая сложность. Соло хилом ходить вообще обожаю 10 гер. Все готовы, погнали. Там мне походу макрос на тебя писать придется. Почему? Ну, над гнилом сорвала. Чего над гнилом? Зачем макрос, Вольф? Ты можешь когда через 10 секунд после пула кидать на мага и нормально будет. А сколько копий действует? А да, в натуре 30 секунд. 30 секунд. Ну, сейчас после пошли, кофе. Да? Ну, сейчас пока косарь 600. А проценты? 53%. А, вы о чем? Омен. Тут что-то невероятное. На меня и на Скарлетте не было стаков за это время. А видишь, в чем прикол? В том, что когда ты на гнилом стоишь под боссом, у тебя агро генерируется больше, модификатор больше. То есть когда рейндж ДД заклинание кастует, который должен издалека лететь в миллизоне. Короче, забираю босса, кильти. Ты не забрал. Уже забрал. Дал кап. Эй, ты не мешка свою. Потому я сделал шаг назад. Бай, все. Тебе еще 5 секунд продержаться, паладин. Спасибо, что... Ну, спасибо, что носили споры, как я сказал, в танка, спасибо. Не носили споры, что я сделаю? Танк не упадет, конечно. А хил, которому споры не принесли в миллизону ни разу. Тебе надо было самому подходить. Да, если бы я выбегал туда. Ой, дайте штаны, бляха-муха, за ними и шел. Понятно. Так вообще-то все равно же надо и танку выносить, хоть одну спору в миллизону. Один раз только вынесли, на мне один стак аж был. Там никто не смотрел, что ты там стоял. Все равно же выносить надо в миллизону. Так тебе надо было прям в кругляшочек под боссом встать, вот прям в центр босса. Тогда ты бы словил. Да там этот падал пельмень, поэтому я перемещался время от времени. Хрен с ним. Главное, что я протопал успел дать ангела. Дк, а зачем ты жмешь штаны? Дега. Спасибо, что занидил. Выкинул 100, жадина. Ачивку получил, наверное. Ни к чем, сейчас увидишь, как упадет орган героический. Я такой с ролью один. С ролом один. Мало того, что штаны мои за ролью, он мне еще и истерию дал, ты представляешь? Или она? Спасибо за истерию, за штаны. Теперь вдвойне круг. Крутой полипиль. Капар, можешь не хилить, кстати, здесь на ловушке. Два приста кольцом бьют и все, и не надо даже хилить. Все равно твой хпс сожру. Капар готов. Короче, после профата идти на. Ты вытащил?
Так, мне надо еще кольцо, блин, с принца. Выключил духовку, да? Да, достал. То можно уже пойти кушать, да? Да, ну, давайте парфа вольнем с первого утра и дадим, давайте, 10 минут АФК. Нет, так Апар говорит адрес, я сейчас пойду оденусь, придем. Да ты на Украине живешь далеко. Что значит оденусь? Я не в Украине живу, я в Молдаве. Ну, блядь, один хуй далеко. Дайте каску, пожалуйста. Что тут, значит, самое главное, на профи все знают. В первую очередь убиваем кого? Зеленого, да? Да, Тани постоянно, как мы ходим с гильдии, особенно этот Зузу ходил с нами, он постоянно долбил долбаного красного на переходке вместо зеленого. Уже достал. Его нету. Да, он рак просто. Дайте каску, пожалуйста, по присту. Джекс. Сейчас я дам. Где приз? Прыгай чуть, прыгай. Ну через пати групп не можешь выделить меня. А у меня не стоит, мне просто их мешает. На вон шипы, на шипы кинь каску. А все уже, есть все. Дайте я вам скажу две вещи, которые вы должны сделать, чтобы убить здесь профа, иначе будем вайпаться. Во-первых, блин, если вы будете как вот эти вот спуги бегать с чумой по всему рейду. Ахаха, что же делать, боже мой, а ну передам-ка я шаману и убегу, то тогда мы точно сляжем. Становитесь в кучку с чумой, стоим в РДД, хилам и нехер убегать. Встали и стоим, летит пельмень, разбежались, потом снова сбежались. Все, с чумой только в кучу. Давай, Воль, чекай, и все, я курить хочу. Тыки, давайте быстрее, я жрать хочу. Блять. Жрать. А я спать хочу. Сдыки чуму можно, сдыки можно чуму снимать. Когда все вылезает тут... зеленый, отходите подальше, нехер вот здесь, и не надо, Скарлетти, не води под зеленую с миликом, под зеленую колбу профа не надо водить, когда зеленый выливается, один милик всего, мы больше попадаем. Жак, спей. И вообще-то, ну ладно, блядь, я вам хотел сказать, вы ж все равно делаете не то. Сейчас посмотрим. Вы явно механику чуму не понимаете. Не надо даже двигаться, она сама скачет. Она сама скачет, вам даже шаги не надо делать. Мне страшно. Сама каждые 3 секунды перескакивает на близлежащую цель в радиусе 1 метра. К тому идите, быстрее к тому. А, все, вайп, бак. А че, в одного, два слизи? Да, в одного, два, бак. Это просто не повезло. Все делали правильно, просто не повезло. Надо было бомбать. На мне было и на ханте. Не, там на квоте было только. Жека, спиной повернись. Вообще профитней, а да. Не будет профитней у Жека с Ахиколи спек. Заходите уже, пускай. Блин, вот спасибо, штаны вообще нужны были, прям капец. Я чуть не скрафтил их. Хорошо, что я не крафтил. Реги не тратил. Thank you.
Суслята, насчет у тебя лук без гильдии. Ой, спасибо.